первые в России, первые в Алтайском крае. Команда «Катунь-24» выпустила первое в стране реалити-шоу о сельском хозяйстве. «Поколение Агро» — реальная возможность для студентов вырастить урожай. Нам нужно будет узнать у агронома массу тысячи семян и ширину междурядий. Но также нам нужно узнать температуру и влажность почвы. А какие нам инструменты нужны? Алиса, когда начать посевную? Площадь алтайской пашни больше 6,5 миллионов гектаров. Самая большая в стране. Именно здесь будущие аграрии проведут посевную. Трудиться студенты будут в одном из крупнейших крестьянско-фермерских хозяйств региона. Первое испытание – просчитать норму высева, определить количество удобрений и глубину заделки семян. Все это под прицелом телекамер. Можно босиком еще по пашне ходить, так раньше вроде как пахари делали. А еще раньше для определения того, когда можно сеять, садились на почву, и если веяло холодом, то сеять еще нельзя. Но можно я не буду садиться? Эта практика, она всегда проходила и будет проходить под прицелом видеокамер или без нее. Проект был как раз и направлен на то, чтобы показать, как это проходит в реальной жизни. Это не какое-то постановочное, это какое-то там потемкинское деревня. Это реальные предприятия с их уровнем оснащения и социальной инфраструктуры, и техники, и технологии. «Поколение Агро» вышел в свет 21 ноября. И в первые часы проект собрал больше 50 тысяч просмотров на электронных площадках «Катунь-24». Кстати, информационную поддержку реалити-шоу оказали региональные СМИ и аграрные вузы России. Истории испытаний студентов не закончились, но зрители уже выбрали фаворитов. Посмотрел новый телепроект, называется «Поколение Агро». Мне очень понравилось. Там так здорово. Ребята большие молодцы. Много полезной информации для себя получил. И это так здорово увидеть зимой вот эти летние кадры, когда в поле, знаете, вот это же все наше, это наш Алтайский край. Дима, просто замечательно. Я посмотрел эту передачу, просто взгляд не оторвать. Конечно, он еще учится, но я, посмотрев, я понял, это выйдет прям отличный специалист. Я фанатка Риты. Сельское хозяйство обычно парни занимаются, а тут девушка. Это так необычно. Мне очень нравится. Увидела случайно, не могла глаз оторвать. Очень интересно, ребята уже практически профессионалы и очень жду, когда соберут урожай. Получат ли участники проекта всходы? Соберут ли урожай? Ответ на эти вопросы ищите в следующих сериях проекта. А пока смотрите премьерный выпуск реалити-шоу «Поколение Агро» в эфире «Катунь-24» по будням до 27 ноября. Дарья Коншина, Дмитрий Козерлыга, Николай Бойко. Новости.